Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Вымерка за решеткой». Меня зовут Бакшти, и Дмитрий, мы продолжаем развлекательный цикл видео по Little Big Planet Karting. Венерина карта ловка. Давайте начинать. Это турнирный уровень для нескольких игроков. Ты точно хочешь играть в него в одиночку? Нет, не хочу. Отменить. Почему не написано? Написано. Все, молчу. Поехали тогда. Король червей. Управление в Little Big Planet Karting делают игру такой увлекательной. Взять, к примеру, боковое смещение. С ним твой карт может перемещаться вправо или влево вдоль трассы, сохраняя прежний курс. Это делается с помощью левого джойстика. Мне сразу вспомнились игровые автоматы. Одной рукой держишься за джойстик, второй суешь монетки в щель. И главное — успеть до того, как закончится отчет времени. Не то придется начинать сначала. Ну вот, кажется, я старею. А я, кажется, опошлил свою натуру полностью, потому что когда он говорил про одной рукой держишься, а другой суешь, я думал не о джойстике. Так, все. Little Big Planet Karting. Король червей. Автор — Венера Мухоловка. Погнали. Как известно, скорость — это еще не все. Чтобы победить в гонке, тебе понадобятся вооружители. Если увидишь какую-то такую полезную штуку, хватай немедленно. Ах, они ушли и теперь портят какую-то другую часть сотворенного мира. О боже, что за... Это же Bubblegum. Они крадут всю нашу энергию, до которой могут дотянуться. Не удивлюсь, если вместо... Блинский ежик не успел прочитать. Я точно видела это видение, но убей, не вспомню, что это было. Ох ты ж! Торкозуб! Ура! Я вспомнила! Вспомнила, что это было! Мои сетлячки помогут тебе добраться до этого негодяя. Мой юный тряпичный друг, прошу, останови его, пока он не сжег лес дотла. Выражение лица такое. Слабое место — огнелапа. Это ярко-красное пятно сзади. Бей по нему зараженным вооружителем. Ярко-красное пятно сзади. Зараженным вооружителем. Хорошо. Твой насекомообразный скакун знает, куда ехать. Но все-таки нажимай кнопку вправо или кнопку влево. Или используй левый джойстик, чтобы подгонять его. У тебя не так много жизней. Так что соблюдай осторожность и смотри, куда едешь. Хорошо. Сам едет. Ага. Бэм! 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 Жахай, жахаем, 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 урода. Тихо, 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 тихо. Воу! Крокозябра-то тут зачем оставляешь свои, а? Черт. Вот он ускорение. Ускорение жахает, а? Воу! Чего не ожидал, того не ожидал. Давай, 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 давай. У него уже 1/5 здоровья пропало. Поворачиваем немножко, пропускаем дядьку. Впервые себе. Отлично, какой-то новый приз взяли. Еще один. Опа, задницу слева мы расхреначили. А он аж потек. Ой-ой-ой, пропускайте, пропускайте, пропускайте. Твой! Тварь! Подлечился, что ли? Кстати, жизни у меня всего 6 осталось. Да ё-моё, надо, чтоб тебя ваша мать, батя, батя. Как я не люблю, когда он это говно оставляет. Все, 4 жизни осталось. О, по лицу стал нажимать. А это падла все ползет и ползет. Отлично. Опять потек. А, в них тоже врезаться не очень, да, Камильфо? 3 жизни осталось. 3 жизни. 3 жизни. Входим. Две жизни. 1,5 минуты. 2 жизни.
Одна жизнь. Кажется, мы продули этот батл. Он сейчас появится сзади. Нет, он ни хрена не появится сзади. Будет долбить нас спереди. Потек. Потек. Я не вижу, как он потек. Он сейчас развернется. Нет. Нет, не разворачивайся. Давай, дохни. Просто дохни, чувак. Просто сдохни. Да! А так с виду очень милый пряник. А благодарю тебя, тряпичный друг, за твою отвагу, которая правда граничит с глупостью, маленький дуралей. Пройдена лечебница Евы. Ты спас лечебницу Евы, но сборщики так просто не сдадутся. Останови их, пока они не успели разворовать весь мир воображения. Мне было видение, мрачное и страшное видение. Надвигается что-то ужасное, и это... Совершенно не помню, что... Я знаю, даже сами сборщики не понимают, что творят. И тебе, Эсла ему, Асла мут. Асла ему, Ино мут. Да. Первое место. Отлично, мы справились. И прошли планету. Ну, такая коротенькая была. Одна гоночка, одно мочилово, один босс. Ну, и что нас ожидает дальше? Какая планета на сей раз? Ты очистил наш дом от покрова тьмы, но разве же эта тьма по сравнению с самой тьмущей тьмой межзвездных пространств? Чего? Ты очистил наш дом от покрова тьмы, но разве же эта тьма по сравнению с самой тьмущей тьмой межзвездных пространств? Тебя ждут на космобазе. Космобасе. Космобасе? Венера. Космобас. Да, космобас. 15 уровней. Вот здесь повеселимся. Но в следующей серии, друзья, всем спасибо. Всем пока.